удивительные сюжеты, которые развиваются прямо, да, словно бы на глазах, вот внутренним взором. Вот ощутили влечение вечное сердец, ощутили, каким вечным ценностям влечет сердце, да, ощутили, отдали законы жизни, открыли и нам подарили. Вот встреча первого взора, который сразу дал критерий, вот так это произойдет, вот такой трепет, вот так внутри будет, вот так снаружи может быть. Дальше сюжет развивается, встали на счастливый путь, ощутили, пошли по нему герои, устремились к свету, устремились к счастью, небывалому еще, да, и вот то, о чем мы говорили, будем завтра создавать, как? И вот, вот это вот кульминационное, как? И сама песня, она с первых ярких звуков и с первого яркого слова действия зажжем. Огонь какой? А вот такой, который дарит свет, тепло, вот он, огонь любви. И одновременно мягко тает то, что не нужно, растает. Вот такие образы песенные, удивительные отданы. Пламя лучистое, то есть все наполнено светом. И растает оно там, да, печали, грусти, все, что не все подряд, а все, что не нужно в будущем, не хочет, не нужно сердцу, сердцам любящим, да. А что возьмется? А где это будет жить? То есть настолько сюжет говорящий каждой строкой смысловой, да, и настолько уверенно отдающий голосами героев, что вот сердце говорит, а иначе и не будет. Да будет оно, да будет вот так, как в этой песне. Если действовать вот так, прям действие, надо же, песня начинается со слова «действия». Мощного, ясного, яркого. А звучит тепло-тепло, светло-светло. Как это все происходит? Что это такое будет дальше, если вот так действовать? Вот. И вот это вот чудесное явление, которое открывается в этой песне, оно и внутри зажигает огонь любви. Вот просто зажигает мгновенно причем. И дальше уже все словно бы происходит, само слушание песни, сама встреча с ней вот в этом состоянии настолько, насколько может сейчас гореть, пламенеть сердце, познавать такую любовь и стараться брать с собой только то, что нужно для любви. Вот такой.